Ну а мы с вами начинаем. Друзья, матч, всем добрый день, добрый вечер даже, скорее уже. Onyx Group Сберлизинг, это Лига Чемпионов Бизнеса, третий тур. И у нас уже вовсю тут бегут игроки, бегут команды, и Onyx Group уже открыли счет в матче. Onyx Group лидер своей группы, группы А, так называемой. И тут кажется, да, что две игры они сыграли, две выиграли, и можно решить, что тут все может быть решено. Пока отличная трешка, мы видим, с вами оформлена. Еще дополнительно 5-0. Первую игру выиграли Onyx Group против холдинга Т1, и также вторая игра была против МКК. Также они одержали победу. Что у нас здесь? Будет ли это защита? Да, будет защитный и один штрафной бросок. N2 в исполнении команды Сберлизинг. Вот Сберлизинг, в свою очередь, находится пока на пятом месте после двух сыгранных матчей. Уступили они московскому метрополитену со счетом 92-56, но выиграли у команды МКК. Посмотрим, как будет складываться игра сегодня. Явно кажется, да, что явный фаворит известен, но все это происходит от игры к игре, смотря как настроится Onyx Group, смотря как будет выступать Сберлизинг. Пока мы видим, что все довольно-таки равно складывается у нас. Нет какого-то полного превосходства у команды Onyx Group. Поэтому будем с большим интересом наблюдать за этой встречей. Пока у нас Сберлизинг в атаке. Хороший перевод. Но не спеша, кстати. Мы видим, что не спеша Сберлизинг проводит свои атакующие действия. Ух ты! Что это? Еще один? Да, это мяч остается у Сберлизинга. Это не фул. Тут все чисто. Никаких фолов. Но при всем при этом. Справляются пока команды. 7.43. До конца очень неплохой старт. Видели мы прошлую встречу, да? Я думаю, те, кто наблюдают за Лигой Чемпионов Бизнеса, стараются наблюдать за всеми матчами. Успели уже пройти первые встречи. И вот в одной из встреч, таких ранних, команда первые две минуты не могли найти возможности набрать очки. Тут же все гораздо быстрее получается. Не стесняются команды исполнять трешки, например, как сейчас. Поэтому смотрим. Смотрим и верим, что Сберлизинг будет догонять своих соперников, но пока у них не получается. 1-3 выход, но не стесняется ничего. 23 номер. Onyx Group, скидка отличная, но вот с реализацией пока не везет. Не везет с реализацией. Еще один catch and shoot. Но здесь на подборе Сберлизинг бэкпас. Кстати, очень много подобных передач можно наблюдать. Не боятся играть красиво. Нет какой-то определенности чисто на результат. Тут игроки получают удовольствие от баскетбола в первую очередь, а это самое главное. Пока хорош такой врыв в краску, скидка и есть трячка. Сберлизинг выходит вперед. Вот так вот, нежданно-негаданно. А Сберлизинг уже впереди. У нас с вами атака Onyx Group, скидка под 45, еще одна скидка под 45 и не точен. Не точен у нас оказался Сергей Филин, это капитан команды, под первым номером он. У нас играет и убегает Onyx в еще одну атаку, без фола, все чисто,
можно играть. Ну и что касается составов, то у Сберлизинга по сегодняшней заявке видно, что придется играть, как говорится, за себя и за Сашку из известного фильма «Движение вверх», потому что по заявке она у них меньше, чем у них с группы. И вот тот же Сергей Филин зарабатывает право на штрафные броски. Он же капитан, играющий тренер, как угодно. Можно его называть. Но то, что он приносит большую пользу своей команде, это однозначно. Ну и видим, что с реализацией штрафных бросков тоже проблем у Сергея никаких нет. 12 игроков в заявке у Onyx Group на сегодняшнюю встречу. В ответ 8 игроков у Сберлизинга. Да, скамейка не сказать, что большая, но зато все получат достаточное количество игрового времени. Пока у нас такая интересная попытка была выбросить. Это Артур Минаев был под третьим номером. Теперь нужно отрабатывать в защите. Не решился заходить в краску. А вот так вот, а вот так вот. Но тут не точен. Филин очень много бросков на себя берет. Первый номер. Onyx Group. Ну, если начало было активное, то сейчас чуть сбавили темп. Снова Артур. In-and-out. Можно добить. Нет. Не получается этого сделать. Но мяч остается в руках Сберлизинга. Какой дриблинг демонстрирует нам. И отчета. Нет, не залетает. Не залетает мяч после броска Артура Минаева в корзину. Филин. Отличный баунс-пас. Но тут как же так? Обидно, должно быть, Максиму Бойко, что не смог реализовать этот бросок из краски. И ответная атака, ну тут уже нужно. Сверху даже! А почему нет? Ну и после этого можно и тайм-аут взять, согласен. После этого броска можно взять и тайм-аут. Onyx Group пока ведет 8-6. Против команды Сберлизинг за 4 минуты до конца первой четверти. Третий тур. Лига чемпионов бизнеса, Onyx Group, Сберлизинг продолжает выяснять отношения на паркете. 4 минуты до конца первой четверти. Очень неплохое начало продемонстрировали обе команды. Потом немного сбавили. Как же активен. Как же активен Артур Минаев. На старте, но не менее активные игроки Onyx Group. И смотрим, что у нас интересного. Пока Сберлизинг теряет мяч на ровном месте. И Onyx Group. Исполняет бросок. Могут они побороться за подбор. Ну, увы и ах. Onyx Group снова в атаке. Совершенно одного оставляет. Какой фейк. И отличные два очка. Браво. Браво, браво, браво. Кого мы хвалим? А хвалим мы Сергея Лебедева. 32 номер. Отличный момент для себя нашел. Остался в краске в гордом одиночестве. Успел еще фейком убрать защитника и набрать два очка. Будут у нас проходить параллельные замены. Новых игроков вы будете видеть на паркете. О них, естественно, мы тоже будем говорить.
А у нас тут нарушение правил. Между прочим. И попытка неточная. Мы видим, что все довольно-таки неплохо складывается. Что такое? Торшение, два броска для команды Onyx Group, которая ведет уже со счетом 10-6. А лидерами пока по набранным очкам является Сергей Филин. 3 очка он набрал, Максим Бойко 3. И также по 2 очка Лебедев и Якушев. А что касается набранных очков со стороны команды Сберлизинг, то здесь есть один точный трехочковый в исполнении Даниила Бурцева. И также 2 очка плюс один штрафной от Сергея Кузьмина. Пока только двое смогли отметить с результативными действиями по ходу первой четверти. Когда Onyx Group довольно-таки неплохо справляется. Ну, насчет, скажем так, прематчевого фаворита я уже успел вам рассказать. И хорошая передача. Нужно завершать. Тут тяжело, тяжело, да. Через 4 руки мяч этот бросать. Пока отличный проход. Фейк. Ай, как хитер. Как хитер был сейчас игрок Onyx Group. Это у нас Ильфар Садрудинов был. Как все по уму-то было сделано. Бэкпас. И... что ж это происходит такое с Садрудиновым? Два броска не удалось оформить. Ну что? Третий шанс, но тут передача не очень удобная для него. Просит ВАР. Просит ВАР у нас. Андрей Калитаев. Проговаривает, что не от нас мяч ушел. Верите или нет? Уже вам решать. Можете пересмотреть это все дело. После матча и сделать выводы. Да, что касается командной статистики, видим, что с... пока по броскам все не так густо. Всего 18 очков успели набрать за неполные 9 минут команды. 10% двухочковых, так называемых, да? Будем более просто все это дело объяснять. У команды Сберлизинг 25%, у Onyx Group по трешкам все одинаково, по 12,5%. Штрафные Сберлизинг исполняет лучше. Ну и подборов у Сберлизинга, кстати говоря, больше. Ну, это все, конечно, от того, что у Onyx Group больше бросков. Происходит. По фолам 2-2, по потерям у Сберлизинга аж 5 уже их накопилось. В общем, это если кратко говорить о ситуации на паркете за практически полную первую четверть. Ну и счет, видите, вы на своих экранах, 12-6. Возвращаемся мы после тайм-аута за минуту 17 до конца первой четверти. Onyx Group ведет 12-6. И начнем мы с розыгрыша от Onyx Group. Скидка под 45, есть степ-бэк. В дужку попадает мяч. Отскакивает точно в руки игроку команды Сберлизинг. Это у нас Андрющенко. Никита. Как же увидел он прорыв, боже! Это красота. Даниил Бурцев.
Оформляет 2 очка. Ну, это очень красиво было. Тут, я думаю, спорить никто не будет. Есть попытка броска. Кто же будет на подборе? Сберлизинг продолжает лутать эти подборы. Один за другим. Еще и в счете. Приближается Коникс Грув. Пока не очень удобный заслон. Кузьмин. Свороте отдает. Тут мяч в угол может пойти, что? Тут либо заступ, либо уже время на атаку. Закончилось 10 секунд всего. Есть Оникс Групп. Грамотно не берет мяч в руки. 81 номер, это Егор Лужбин. И завершает. Отлично. Крюком. А тут еще успел выбросить. Нет, не залетает. Это уже не залетает. 14-8. Именно так заканчивается первая четверть. Матча Оникс Групп с Берлизинг. Команды немного передохнут. Мы также немного передохнем. После чего вернемся. Пауза будет совсем недолгая. Поэтому никто не успеет заскучать. Ну а мы с вами возвращаемся. Мы с вами возвращаемся. Лига чемпионов бизнеса. Третий тур. Дивизион Тула. Матч Оникс Групп с Берлизинг 14-8. После первой четверти Оникс Групп впереди. Напомню вам, что после первых двух игр Оникс Групп занимает первое место. С двумя победами. У Сберлизинга одна победа, одно поражение. И как же двигается мяч у них с группы? Отличное завершение без нарушения правил, что самое главное. И это, я думаю, не может не радовать. Сберлизинг пытается атаковать. Есть из-за дуги бросок, и он точен. Очень-очень точен этот бросок Данила Бурцева, который сокращает отрыв до минус 5. И снова он с мячом. Минаев отдает на Бышек. И залетает сам Минаев. На подборе Бышак может исполнить. Исполняет передачу в аут. Богдан. Да, у нас, кстати говоря, замена тут. Ушел Никита Андрющенко. А Дмитрий Воронин появился на паркете. Ну и два штрафных броска для Михаила Гришина. Первый не точен. А вот второй.
Гришин исполняет. 17-11 в пользу Оникс Групп. Продолжает у нас Сберлизинг подбираться. Понемногу, потихоньку. Что такое? Потеря. Потеря для Сберлизинга. Оникс Групп. Кто быстро так хотели они провести. Пас не очень удачный. Тут можно на фол Кузьмину напороться. Нужно быть аккуратнее. Капитану команды. In and out. И на подборе Данил Бурцев. Бышек скидывает на Кузьмина. Снова у нас Минаев с мячом. Ну и совсем не торопится. Но есть 3 очка. Есть 3 очка. Для играющего тренера Сергея Филина. И видели мы с вами повтор. 20-11. Это, кстати, очень хорошая передача была. В краску. Но не хватило. Совсем немного. Данил Бурцев потерял мяч. Насыров и Голиков появились у команды Сберлизинг. Но тем временем снова два штрафных броска. У нас будет исполнять Михаил Гришин. Второй неточен. Кузьмин на подборе. И бейсбольная передача оказывается неточная. Дают, можно сказать, дарят. Ониксу такое дарить нельзя. А были неудачные эпизоды у Ильфара Садурдинова, но здесь мы с вами прекрасно сейчас увидели. Отличная трешка в исполнении Ильфара. Исправляется затем. Неточности. Ну и как справляется? Грамотно. Это два штрафных броска для Кузьмина. Тут никаких сомнений быть не может. Но 24-11 уже пользу Оникс Групп. Причем довольно грамотное распределение очков у Ониксов. Причем, что 24 очка в их активе. 6 Филин, Садурдинов 5, Якушев 4, Бойко 3 и по 2 очка Гришин, Лужбин, Лебедев. Чтобы вы понимали, 11 есть точное попадание. 12 уже очков в активе Сберлизинг. Чтобы вы понимали, 8 очков успел набрать Даниил Бурцев и 4 очка Сергей Кузьмин. То есть все так же двое игроков пока указаны среди тех, кто набирает очки в составе команды Сберлизинг. Тоже довольно интересная статистика. Потому что 12 очков командных пока что набирают только 2 игрока. Ну, видимо, что у Артура Минаева игра сегодня складывается не самым лучшим образом. 0 из 5 с игры у него. И также Богдан Бышек тоже 0 из 5 с игры. Это я сейчас говорю о бросках. Одна попытка у Никиты Андрющенко была. Андрющенко. Вот, ну, это не так страшно. Нежели 10 бросков на пару Минаев-Бышек. Нужно исправляться. Пока сильно не улетели. Но судя по количеству штрафных бросков, судя вообще в целом по количеству очков Оникс Групп, сбавлять обороты не намерен сегодня.
25-12. Изберлизинг. В атаке. Вот он, Минаев. Вот Минаев со средней. Есть два очка. Для Минаева. Артур Минаев. Я хотел сказать быстрый ответ. А Тоникс Групп не быстрый. Ну и пока не точный. Подбор забирает Сберлизинг. Сейчас могут уйти в атаку. Со средней дистанции, наверное, поторопился за броском. Минаев почувствовал, что мяч летит в корзину. Решил попробовать еще раз. Здесь, наверное, было рановато. Шикарный, шикарный бросок. Шикарная комбинация, да, от команды Onyx Group. Ну и шикарный бросок от Егора Лужбина. Чистейшее попадание. Клиншот, называйте как хотите. Что здесь произошло? Давайте посмотрим. А, ну мы смотрим, да, за отличным дриблингом и джамшотом со средней от Минаева. 28-14. Вышек, скидка назад. Не точен. Не точен с нулевки. Оказался игрок Сберлизинга. Но не с групп. Пытается что-то свое разыграть. Под 45, открытый. Не точен. Дают шанс. У них с групп. Подобными бросками. Сберлизингу сократить. Тут даблтимят даже. И такое. Лига чемпионов бизнеса. У нас может происходить. Есть and one. Есть у нас and one для Никиты Андрющенко. Но вот со штрафным броском не так все радужно сложилось. Еще одна попытка трешки. Она не то, что попытка, она еще заходящая. Ну, браво. Браво, Егор Лужбин. И слева могу, и справа могу. И все это он демонстрирует. Прямо здесь, на паркете. Неудачная попытка. От Сберлизинга, но тут же отбор. Пурсов. Прекрасно справляется. Включает он Минаева. Минаев теряет. Оборачивает свой взгляд на судью. Судья молчит. А Игорь Лужбин. Скидка 3. Не точно. Но кто будет на подборе? Вот это важно. Быстрая передача. Минаев. Ого! Забирает с собой. Упакуйте мне, пожалуйста, этот мяч с собой, сказал Андрей Калитаев. Но тут же потеря для команды Onyx Group, насколько я понимаю. Ну и поехали смотреть дальше. Отличный розыгрыш. Какой получился. Единственное, нужно было завершать. Это момент попадания. Егор Лужбин. Его уже все боятся. А он никого не боится. Бросает, но в этот раз мимо. В этот раз мимо. Ну и видим, что в целом-то по броскам все не так радужно. Очень много этих бросков выполняют команды. Уже 20 попыток из-за дуги исполнил команда Onyx Group. Оформляет 3 очка Сберлизинг тем временем. Пока я тут обратил свой взгляд на статистику. То есть, представляете, 20 попыток из-за дуги за неполные 2 четверти. Команда Onyx Group. Но при этом 31 набранное очко у них.
Сберлизинг же в ответ 12 его попыток исполнили. И 3 попадания. 25% что у тех, что у других. Вот здесь мы увидим повтор. И еще одна трешка. От Сберлизинга. Исправляют статистику. Будто меня слышат. Что такое? Потеря. Да и замены у нас происходят. Это заступ. От Александра Охотникова. И очень много замен произошло. Появились на паркете Садурдинов, Бойко, Якушев. А у команды Сберлизинг Воронин появился на паркете. Что такое? У нас тайм-аут. У нас тайм-аут. Тем временем за минуту. Ох уж эти тайм-ауты за минуту до конца второй четверти. Но долго я мог рассуждать над тем, например, в матче, на который, возможно, вы обратили свое внимание, который проходил часом ранее. Там был взят тайм-аут за 2 секунды до конца второй четверти. Долго я удивлялся, зачем, для чего, а в итоге это принесло пользу команде Крок. Возможно, этот тайм-аут за минуту до конца тут даже более какой-то действенный он может быть. Можно обсудить, как действовать. Видимо, 5 фолов у Сберлизинга. Довольно спокойно играет Оникс Групп. Ведут по счету, но при этом Сберлизинг медленно, но верно приближается. По штрафным броскам всего 4 штрафных броска исполнила команда Сберлизинг. 12 штрафных бросков исполнила команда Оникс Групп. Мажет из-под кольца. Быстрая атака может быть. 3 в 3. Что из-за дуги? А почему нет? Но не попадает. Тут еще и фол зарабатывает на ровном месте. Бышек. Успел еще и с судьей поговорить. Ну, давайте под занавес второй четверти, под занавес первой половины, мы с вами проговорим лидеров по набранным очкам. Почему нет? Вот Бышек, например, сейчас скинет мяч. Попытка трешки. Нет, точно. Данил Бурцев, 11 очков в составе Сберлизинга. Вот. 3 из 4 из-за дуги. Очень хорошо не летят дальние броски. Это мы отмечаем. Что же касается лидера в составе Оникс Групп, то это Егор Лужбин. 2 из 4 из-за дуги у него. Вот, но довольно близко с ним тот же Сергей Филин, у которого один точный трехочковый, ну и 3 очка набрано с линии штрафных бросков. 3 из 4 он успел оформить. Явного лидера в составе Оникс Групп нет, потому что Филин 6 очков, Садрудинов 5 очков. До Лужбина не так далеко. У нас с вами небольшая пауза. За 24 секунды до конца первой половины 31-22. Оникс Групп тоже пока не может набрать очков. Последнюю минуту, это точно. А вот сейчас у них есть хорошая попытка набрать 2 очка. Потому что это фол, команда в бонусе уже. И исполнит 6-й номер команды Оникс Групп Дмитрий Кузин. Свои штрафные броски. Первый точен. Посмотрим за вторым. И он тоже точен. 2 из 2. Реализует Кузин. Тут потеря. Оникс Групп в атаке. Есть легкие быстрые 2 очка после отбора. И тут еще может быть. Да. Да, базар.
так называемый, под сирену. У нас это, как я понимаю, Дмитрий Воронин был. Ну, а мы с вами посмотрим в этом перерыве немного повторов, ярких моментов, после чего с вами вернемся ко второй половине матча Onyx Group Сбер Лизинг. Ну а главный судья сегодняшней встречи Кирилл Зелянин приглашает всех на вторую половину матча Onyx Group Сберлизинг, Лига чемпионов бизнеса, дивизион Тула. Рада приветствовать всех здесь вместе с нами. 35-24. После первых двух сыгранных четвертей Onyx Group впереди. Довольно уверенно они проводят сегодняшнюю встречу. Пока мы не будем забывать об интриге, которая может в целом присутствовать в этом матче. Будем смотреть. Будем смотреть, ждать и верить, что подарят нам горячую концовку команды. Если же нет, то увидим, как на опыте завершает Onyx Group. Почему бы и нет. Стартует у нас. Третья четверть. И мяч приходит к команде Onyx Group. Такой со средний бросок был оформлен. Не точно. Нужно забирать мяч в руки. И забирает его. Хорошее было решение. Андрющенко
был на подборе. Снова быстрый отрыв пытались отправить 99 номера команды Onyx Group. Это Артем Якушев, но не дотянулся он до мяча. Поэтому передача Дмитрия Кузина никого не нашла. А Минаев в атаке. Бышек на фейке решил уйти. Бышек расстроен. Расстроен он чему? Что мяч не залетел в корзину. Могло быть 2 плюс 1, но нет. Два штрафных броска исполнит Богдан. Но Ярослав Барковский нарушил здесь правила. Первый точен. Да, с такой реализацией, конечно, грех не порастраиваться. Потому что мяч не залетел тогда в корзину. Бышек. Еще один шанс для него. Он тут бросок не получился. Совершенно. Быстрый отрыв. Могут уходить. Парни из Onyx Group. Вот такая остановка. Но отсчета. Хотел наверняка, но наверняка не получилось. 35-25. И можно обратную передачу вернуть. Не увидел Бышек этого рывка своего партнера по команде. Никита Андрющенко, кстати говоря, был. А вот здесь 2 очка. Onyx Group засчитана. Не пугайтесь. Если слышите свистки, вы понимаете, что на параллельном паркете также игры проходят. Поэтому если кому-то показалось, что здесь будет 2 плюс 1 и это нарушение, нет. Нет, тут просто 37-25. Onyx Group все еще впереди. Могут увеличить свое преимущество. Дают возможность бросать из-за дуги. Ну а так нельзя делать. Так же нельзя делать. Тем более, если вам нужно отыграться. Дмитрий Кузин. Точные 3 очка. Еще 2 штрафных броска. Давайте посмотрим. Кузин. Отличный бросок. Да, никто не мешал. Да, без сопротивления. Ну, такие моменты надо реализовывать. Кузин реализовал. Ну, а здесь, что мы видим, 2 штрафных броска для Ярослава Барковского. Первый точен. Ну, и Сергей Кузьмин появляется на паркете команды Сберлизинг. Барковский 2 из 2 реализует. Бышек. Падение. Что, мяч остается в игре? Onyx Group. Очень активные. Снова совершенно одного оставляют под 45. Тут повезло, что не попал. Повезло, конечно, команде Сберлизинг. Боже, ну как же это красиво, а? Как же это красиво. Да, есть смысл взять тайм-аут команде Сберлизинг, потому что Onyx Group, ну, просто разошлись. Прекрасная передача Егора Лужбина и отличное завершение от Артема Якушева. 44-25. И есть тайм-аут от команды Сберлизинг. Тайм-аут тайм-аутом, но надолго они не останавливают встречу. Возвращаемся мы с вами на паркет. Сберлизингу необходимо что-то придумывать в атаке. Если вдруг в защите пока не очень получается, нужно реализовывать свои моменты, добывать очки. Я думаю, об этом именно сейчас и велись разговоры в составе этой команды за этот тайм-аут. Давайте посмотрим, к чему эти разговоры приведут. Потому что одно дело это поговорить, а другое дело это реализовать на паркете. Кузьмин с мячом. Будет сам входить в четверых.
Зарабатывает он фол. Зарабатывает два штрафных броска. Ну, таранные методы тоже приветствуются. Почему нет? Ну и поменялась полностью пятерка в составе Onyx Group. На паркете появились у нас Андрей Калетаев, Сергей Лебедев, Михаил Гришин, Александр Охотников и Ильфар Садурдинов. Вот эта пятерка. Сейчас будет пытаться искать очки. Во, и находят сразу же, как появились. Отличный кэш-ин-шут из угла. И есть плюс 3 для Onyx Group. И плюс 22 для ОГ. Сейчас, возможно, кто-то подумал про известную киберспортивную организацию, но нет. Решил так сократить Onyx Group. ОГ тоже звучит очень-очень неплохо. Как мне кажется, Калетаев. А вот так вот. А почему нет? Когда залетает. Отлично, даже не подходя. В корзине легким движением руки приносит своей команде преимущество в плюс 14. Снова отбор, снова передача вперед. Выход не точен. Минаев забирает мяч, как за спиной. Отлично прошел. Что тут? Кузьмин заходит в краску, и это снова два штрафных броска. О, это что за Джереми Сохан? У нас появился на паркете. Сергей Кузьмин одной рукой решил исполнить. Отдал, скажем так, дань уважения игроку San Antonio Spurs, которого тренер Грег Попович заставляет бросать одной рукой. Ну, Калетаев. Бросок мимо, из-за дуги. Сберлизинг. Около 5 минут у нас остается до конца третьей четверти, а это значит, что половина третьей уже за спиной. Ну и как мы видим, преимущество не сильно уменьшается. И здесь попытка Минаева также неточная. Калетаев, интересная передача. Есть 2 очка в быстром отрыве. Давайте посмотрим еще раз. Блистательное завершение. Такой лэпчик. И на 3 под 45 не пользуются этим моментом. Минаев сам скидывает. Калетаев очередной перехват. Очередная передача. И хотел сказать очередные 2 очка, но нет. Тут 2 очков набрано не будет. Игроками Onyx Group. Бурсов. Кто на подборе игроки Onyx Group. Ильфар, передача в угол. Калетаев. Вот это интересный бросок. В общем, начали игроки пародировать, да, известных. Ну, или околоизвестных, если мы про Сохана говорим. Игроков. Сейчас это что-то из стиля Дирка Новицки было. Специально поднятой ногой. Ну, тоже интересно. Главное, это залетело, это выглядело эффектно. Еще одна попытка будет у Калетаева. Тут сближается, чтобы получше исполнить, а можно и передачу отдать. Ильфар спасает ситуацию. Есть 2 очка легких для команды Onyx Group. Ну, здесь у нас уже отрыв плюс 30. Вы видите это все сами на своих экранах. Забуксовал. В атаке Сберлизинг, но в защите как со старта не получалось ничего противопоставить Onyx Group, так и пока не получается.
к большому сожалению для зрелищности матча, ну и, конечно же, для команды Сберлизинг. Снова быстрый отрыв. Ильфар, in and out. Очередной. Можно что-то тут придумать команде Сберлизинг. Например, трешку. Бурцев. Остается один из угла. Бросать он не хочет, а вот под 45 выбросить, но нет. Клетаев на подборе. Что тут у нас может быть? Скидка, Бурцев. Ну, можно оформить скидку под 45. Нет. Тоже, как вариант, очень неплохо. Что такое? А, and one. And one у нас для команды Сберлизинг. Ну, а почему нет? Или снова я какие-то моменты просмотрел и... А нет-нет, да, все, ха-ха, решила обхитрить всех и вся, но нет. Так просто не получится. Андрющенко. Увы, ах. Ну, идея была очень интересная. And one. And one. Для команды Onyx Group, а в частности для Артема Якушева. И один бросок Артем исполнил. Снова плюс 30. О, есть рячка. Есть рячка. Под 45 Бурцев. Это был... Лайап не точен. На подборе Сберлизинг нужно бежать. 2 минуты до конца. Третьей четверти. Остается, нужно подсократить отставание. Команде Сберлизинг. Кузьмин врывается. Скидка в центр паркета. Время утекает. Нужно будет что-то быстрое придумывать. Ну и придумывают. 2 раза попадает в щит. И фастбрейк от Onyx Group под 45. Золотой! 61-31. Ну, это Дмитрий Кузин был. А сейчас Кузьмин снова зарабатывает свои 2 штрафных броска. Сколько их уже? Давайте посмотрим. Обратим внимание на набранные очки. Да, все так же нет единоличного лидера в составе Onyx Group. Пока что лидирует Артем Якушев с 10 набранными очками. Ну а что касается Сберлизинг, тут Кузьмин. Сергей Кузьмин. 5 очков, кстати, у него всего. Зато 9 штрафных бросков. Давайте посмотрим здесь повтор. Якушев с разворота, падение. И мяч остается у команды Onyx Group. Кузьмин на подборе. 30 секунд до конца третьей четверти. 61-31. Бурцев с мячом. Бышак. Скидка на Бурцева. Не получается у Бурцева выловить мяч. Ну и последнюю атаку, как я понимаю, в этой четверти проведет у нас Onyx Group. Да, никуда уже спешить явно не будут. Что здесь у нас? 5 секунд. Нужно бросать. Нужно бросать. И нет. Не залетает мяч. 61-31. Именно так заканчивается третья четверть. Ну а мы с вами насладимся яркими повторами третьей четверти, после чего вернемся в заключительную 10-минутку матча Onyx Group и Сберлизинг.
place we like this shit, see. Six, we like this shit, see. +61 плюс 30 для Onyx Group за 10 минут до конца основного времени матча. Отыграть, ну, наверное, не невозможно, но мега сложно. Я бы так эту ситуацию назвал. Посмотрим, как Сберлизинг отреагирует на всю эту ситуацию. Будет играть спокойно свой баскетбол. Или же пытаться вот такими дальними попытками приближаться. Onyx Group пока Бышек, отличный отбор. И сам же решил исполнить. Не залетает трешка. В исполнении Богдана. Залетит ли под 45? От Onyx Group? Нет, тоже нет. Но на подборе снова они успешно забирают мяч. Со средней. Джампшот. И нет. Снова нет. Тут игра ногой. Было продемонстрировано. Кузьмин с мячом уже не торопится никуда. Хотя, может быть, и стоило бы. Бурцев. Что у нас здесь? Здесь у нас мяч у Сберлизинга. Секунда на бросок. Да, тут время на атаку. Закончилось. Мяч кольца не коснулся. Потому Onyx Group начнет свою атаку. Ну да, что мы можем сказать по итогу? Трех четвертей. Потому что, как мы видим, сильная ситуация, тут еще и фол. Зарабатывает Кузьмин. Сильная ситуация, я думаю, касательно итогового результата. И команда победителя не поменяется. Чего не хватило? Сберлизингу точности, точности с игры. 1 из 11 у Артура Минаева. 3 из 9 у Никиты Андрющенко. 1 из 5 у Сергея Кузьмина. Это касается с игры. Да и 3 из 9, то есть 30% с линии штрафных тоже, наверное, не самый лучший. Ну, 33% не самый лучший результат, потому что Кузьмин очень активно шел в эти проходы, пытаясь заработать штрафные, но вот с реализацией не так все гладко. Хотя по тем же подборам все довольно-таки неплохо. 44 успели против 44 тех же, то есть одинаковое количество подборов, что у одной, что у другой команды. Но вот именно с завершением у Сберлизинга сегодня сложились проблемы, что, например, не скажешь о команде Onyx Group, потому что у них с реализацией более-менее все в порядке, 31% с игры. Понятное дело, что там есть, допустим, 26% из-за дуги, но это не так страшно. То есть Егор Дужбин при всех своих 3 из 10, он 2 трешки успел оформить. Как пример, единственный Сергей Филин, наверное, 1 из 5. Не так хорошо. Ну и Ильфар Садурдинов 2 из 9. Но игра тем временем продолжается. Видим, что не так много очков. Интересная передача из-за спины. Но тут нарушение. А вот тут Бурцев уже мертвый мяч оформляет. Вот именно таких спокойных бросков, спокойных и точных бросков не хватило. Сегодня Сберлизингу, чтобы навязать борьбу лидеру, уже однозначному лидеру группы в дивизионе Тула.
команде Onyx Group. Кузьмин проходит, отсчитание получается набрать очков тут. 2-1 выход, в угол, с нулевки. Ильфар не точен. Здесь чем ответят? Есть 2 очка. Есть 2 очка, и посмотрим, давайте повтор, почему бы и нет в конце-то концов. Есть 2 очка для Дмитрия Воронина. Под 45 не решил бросать. Хорошая передача. Кэч-н-шут. Вот это браво. Вот это красиво. Взял, получил, посмотрел и оформил. 3 очка. 65-35. Все так же эта тридцатка держится. Между командами. Болею за Сергея Лебедева. В чате вот нас пишут. Да, можете писать. Дорогие зрители, кого вы поддерживаете? Переживаете ли вы за Сберлизинг? Поддерживаете ли вы и довольны игрой команды Onyx Group? Либо, может, персонально какие-то игроки вас интересуют? Об этом всем вы также можете писать в чате на YouTube. Тем временем у нас Минаев. Вот такой вот фейдэуэй оформляет Минаев. Почему нет? С разворота, тут без фола, Якушев, а вот здесь уже зафиксирован. Ну и 2 штрафных броска. Бурцев с мячом. Попытка исполнить трешку. Вот же оно! Вот же оно, где пряталось. Бурцев. Взял, дошел, спокойно выбросил. И попал. Ну и вот уже 26. Почему нет? Здесь нарушение. Забирают мяч, идут общение между тренером и игроком. Там можно сейчас пообщаться, поговорить об ошибках каких-то. Еще одна попытка трешки, не точно. Ну что, еще 5 минут есть. Почему нет? Вот такой вот пулап. Что такое? Остановка, переход мяча. Команде Onyx Group. Да, и замена. Вместо Бойко у нас Дмитрий Кузин появляется на паркете. Ну и здесь 2 штрафных броска. Якушев, как я понимаю, зарабатывает лично для себя. Закрепить статистику. Точен. Он 67-40. Счет. Есть еще одна попытка из-за дуги. Снова не точно. В быстрый отрыв полетели, побежали. Onyx Group может что-то интересное показать еще в концовке. Почему нет? Калетаев. Ну, из угла у него как-то поинтереснее шло, согласитесь. Бурцев. Понятное дело, что тяжело такие матчи доигрывать, когда все уже понятно и решено. Но приходится.
Ничего не поделаешь. Вот такой вот, даже трикшот залетает у нас. Вот так вот. А почему нет, когда да? Браво, Дмитрий Кузин. Что за шедевр? Кладет Дмитрий. Ну, пока что самое эффектное попадание. Матчи это однозначно. Может, ему не дадут право на ЦСКА шот. Еще одна попытка. От него же. А тут... Есть, Калетаев. И еще плюс 3. Запишите. Но Сберлизинг как будто бы поднимает белый флаг. Прямо сейчас. Понятное дело. Хороший, кстати, бросок из-под заслона. Не засчитан. И можно делать замену. Не засчитано. Это попадание будет. И плюс 33 для Onyx Group за 3,5 минуты до конца матча. Поехали смотреть дальше. С разворота. Все чисто. Это свисток не нам. А вот тут зона. Вот тут уже зона. Поторопился Кузьмин с передачей. Неточный бросок. Большое количество замен. Я думаю, вы это заметили, увидели, как поменялись пятерки. Сергей Лебедев это был по 21 номерам. Ой, прошу прощения, по 32-м, который не попал. Но здесь два штрафных броска. Зарабатывает команда Сберлизинг. В частности, Никита Андрющенко. Может... Ну, оформить теперь уже хотя бы один точный бросок, что он и делает. 3 минуты до конца. 73-41. Что делать у них с групп? Просто играть в баскетбол и получать удовольствие. Они это прекрасно делают в каждой атаке. Давайте посмотрим повтор. Тут очки второго шанса. Набирает Лебедев. Который, например, в прошлой атаке был неточен. Кузьмин решили действовать через центр. Сберлизинг. Почему нет? Отдай на большого, а он уже пусть крутится и вертится. И набирает очки, как мы видим. Еще одна трешка. Есть, 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 есть. 78-43. Егор Лужбин. Очередная трешка. Третья для него. А вот у Кузьмина уже сил, похоже. Не осталось. Ну что, еще одни очки второго шанса? Да, они есть. И они будут 80. Пробивает Onyx Group. За 2 минуты до конца и очередной отбор. Это фол. Конечно же, это фол. Должен быть. Да, кстати, Голиков свалил. Ну и 80-43. Со средней дистанции. Бросок. Не точен Кузьмин на подборе. Ну, хотя бы над личной статистикой поработать. В концовке. Почему нет? Ну и чуть подсократить. Отставание со средней. Бросок сразу видно было. Неточный. Можно получить. Как же все хорошо было. По задумке, по идее. Но не получилось. Не получилось.
Да, Иван Новиков расстроился, развел руками. Говорит, ну а что? Что я могу сделать, когда он не летит? Бурцев. Еще одна попытка для него из-за дуги, но тут на подборе. Ну что, будет дальше Оникс? Играть, а почему нет? Время-то идет. Еще одна попытка броска. Не так же неудачно для Ивана Новикова. Хочет он забросить. Это все понятно. Ну а здесь, как мы видим, так называемый, да, фэрплей. Ну и заканчивают на этом. 80-43. Дорогие друзья, Оникс Групп одерживает победу. В сегодняшнем матче была у нас интрига в первой четверти, после чего Оникс Групп доказали свое превосходство на паркете и одержали сверхуверенную победу. Услышим мы сирену. 80-43. Поздравляем всех болельщиков команды Оникс Групп и саму команду Оникс Групп. Ну а Сберлизинг, не расстраиваться ни в коем разе. Все еще впереди, это только третий тур. Ну а уже на протяжении многих лет профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА является партнером Лиги Чемпионов Бизнеса. И в конце каждого матча любой игрок, победивший команды, в нашем случае это команды Оникс Групп, будет бросать с центра площадки так называемый ЦСКА-шот. А если игрок попадает мячом в кольцо, то вся команда получает билеты на ближайший матч. Поэтому давайте посмотрим, как же исполнится этот бросок. И как же было близко! Как же было близко, но, увы и ах. Егор Лужбин, который был сегодня неплох, скажем так, попадал из-за дуги, ему достался этот шанс, но реализовать этот ЦСКА-шот он не смог. Ну а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. С вами была Лига Чемпионов Бизнеса, дивизион Тула. До скорых встреч, любите баскетбол, еще услышимся. We like this shit, see.